Привет. А ты кто? Я пёсик Гав. Привет, пёсик Гав. А ты случайно не видел котика Мяу? Я что-то не могу его нигде найти. О, нет, не видел. Привет! Вот он я! О, привет, котик Мяу! Где ты прятался? У нас же сейчас с тобой занятие по польскому языку. Я знаю! Я хотел, чтобы ты меня нашел! Ну, это хорошо, котик Мяу. Давай тогда будем приступать к уроку. Да, отлично! Надеюсь, ты не против, если с нами будет заниматься пёсик Гав. Я просто рассказал ему про наши уроки, и ему стало очень интересно. Он тоже захотел изучать польский язык. Надеюсь, ты не против? Да, конечно, котик Мяу, конечно, я не против. Пёсик Гав, ты точно хочешь изучать польский язык? Да, я очень хочу. Котик Мяу просто очень много рассказывал про эти уроки. Я очень хочу тоже изучать польский язык. Отлично, да, чем больше людей, тем лучше. Согласен, давайте тогда будем приступать. Если вы готовы, давайте начнем наше занятие по польскому языку. Отлично, мои новые ученики, давайте начнем занятие по польскому языку. И сегодня наша тема будет звучать так. Цифры. Сегодня мы с вами изучим цифры польского языка. Ура, ура! Лав, ура, ура! Очень хорошо, что вам понравилась эта тема. Хорошо, давайте начнем. Итак, цифры по-польски будут цифры. Цифры. Точно так же, ничего не меняется. Я же говорил, что здесь все очень просто. Ой, а я тебе сразу и не верил. Котик Мяу, спасибо. Мне уже очень нравятся эти занятия. Отлично, мои студенты, но не все так быстро. Дальше слова будут немного сложнее, поэтому не расслабляйтесь. Итак, один. Цифра один. По-польски будет jeden. Jeden. Один. Jeden. Ну, уже стало немножко сложнее, но я настроен решительно. Хорошо, давайте продолжим. Следующая цифра два. Два по-польски будет два. Два. Кстати, какая ваша любимая цифра? Моя цифра 3. О, котик Мяу, это хорошо. Пёсик Гав, а твоя какая любимая цифра? Ну, не знаю, наверное, цифра 4. 4. А почему именно 4? Ну, я люблю, когда мне дают именно 4 косточки, а не 3 и не 2. Я просто очень люблю косточки. Я понял, пёсик Гав. Именно поэтому ты любишь цифру 4, правильно? Да, да. Хорошо, тогда давай сначала разберем цифру 3. Цифра 3 по-польски будет тши. Тши. Тши, тши. Моя любимая цифра. Тши. Хорошо, отлично, котик Мяу. Теперь ты знаешь свою любимую цифру. Пёсик Гав, давай рассмотрим твою любимую цифру. Ну ты знаешь, я очень люблю косточки, поэтому, возможно, даже я люблю не цифру 4, а цифру 7. 7, потому что я очень люблю косточки, прям очень-очень. Пёсик Гав, ну ты уже как-то определись, какую цифру ты любишь. 7, 7, точно 7. Или 4. Нет, все-таки 7. 7, 7, я люблю косточки очень сильно. Хорошо. Давай тогда разберем цифру 4 и потом постепенно дойдем к цифре 7. Итак, 4 по-польски будет 4. 4. 4. 4. 4. Цифра 5 по-польски будет 5. 5. 5. 5. Ну как, вы успеваете записывать? Да, да, все очень просто. Ты же знаешь, я очень-очень талантливый ученик. Да, котик Мяу, я это помню. Я помню, что ты очень талантливый и очень скромный ученик. Да, я такой. Это про меня. Хорошо, давайте продолжим дальше. Следующая цифра 6. 6 по-польски будет 6. 6. Как вы видите, большинство цифр очень похожи и их очень легко запомнить. Да, я это сразу заметил.
Раф. Хорошо, следующая цифра 7. 7 по-польски будет щедом. Щедом. 7. Щедом. Ох, это моя любимая цифра. Щедом. Щедом. Щедом, щедом. Мне она тоже нравится. Щедом. Очень хорошо, что вам нравятся эти цифры. Давайте, осталось совсем немного. Следующая цифра 8. 8 по-польски будет ошем. Ошем. 8. Ошем. Следующая цифра 9. 9 по-польски будет девенч. Девенч. 9. Ой, это как перевернутая 6, только перевернутая. Да, котик мяу, ты очень наблюдательный ученик. Как 6, только перевернутая. Девенч. Девенч. 9. И следующая цифра 10. 10 по-польски будет джешенч. Джешенч. 10. Джешенч. Ой, а ты знаешь, я даже думаю, 10 косточек, это было бы просто идеально. Так, да, песик Гав, аппетит у тебя, конечно, очень хороший. И я просто люблю вкусно покушать. Это хорошо. Ты знаешь, он такой прожора, но зато он сильный. И если что, он меня защищает. Я понял, котик мяу, поэтому ты делишься с ним своей едой? Да, да, он мой друг и мой защитник. Отлично. Хорошо, давайте рассмотрим последнюю цифру, потом пройдемся по всем цифрам и на этом будем заканчивать наш урок. Хорошо. Итак, последняя цифра 0. 0 по-польски будет zero. Zero. Ну как, вы все успели записать? Да, да, все. Отлично. Давайте тогда пройдемся полностью по всем цифрам, которые мы изучили сегодня. Итак, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 0, 0. Я успел, я успел, я все записал, все запомнил, все очень просто. Отлично, мои ученики. Давайте еще прочитаем такую небольшую считалочку, чтобы вам было проще запомнить эти цифры. Отлично, давай попробуем. Раф, я готов. Хорошо, считалочка. Полічимо, що ще ма. Мам дві ренце, локчі два, два коланка, ноги дві. Всістко пєнкне, згада ще. Двоє уші, очка два, но і буже теж ще ма. А понєваж бужа є, хчал бим буже, теж меч дві. Надіюсь, ви поняли эту считалку. Давайте я вам ее вкратце переведу. Посчитаем, что у нас есть. Есть две руки, две ренце, два локтя, два колена, две ноги. Все красивое. Две пары ушей, два глаза, но есть и рот. А кроме рта, хотела бы иметь еще один рот, чтобы было два рта. Иметь два рта. Это такая считалочка на польском языке. Мне кажется, она идеально подойдет песику Гав. Мне кажется, он бы тоже хотел иметь два рта, чтобы есть в два раза больше. Да, я бы хотел. Это было бы не 10 косточек, а в два раза больше. 20 косточек. Хорошо, мои ученики, давайте будем заканчивать урок. Встретимся с вами на следующем занятии. Песик Гав, тебе понравилось? Очень. Я буду ждать следующее занятие очень сильно. Рф, рф. Мне тоже очень-очень понравилось. Спасибо за занятие. Буду ждать. А пока пойду посчитаю все, что у меня есть. Все-все-все. Хорошо. Тогда до следующего урока. До встречи.